стираешь мышь? Стирай белье, ищи мышей, люби мужа. Ой, кому это надо? Кто это? Я. Я? Самая веселая бабка на этом корыте. Ну, всегда ты сумеешь сказать что-нибудь приятное. Не то, что мой чокнутый. Речь идет о моем любимом брате Хаме. О моем мечтателе, о моем придурке. И ты недовольна своим мужем? Разве можно быть довольным мужем, который не мужчина? Вот ты, Сим, о, ты совсем другое дело. Мне кажется, твоя жена Вала не ценит тебя. А ты бы ценила? Еще бы. А ты? Еще бы. Ой. Мышь, 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 мышь. А? Где она, эта мышь? Убежала. Ротагей! Вы там меня, Ротагей! Вы... Ой, что же? Отец, отец! Отец! Что? В трюме еще две пробоины! Так, сейчас я это все зафиксирую. И все узнают, что у них за создатель. Сперва создал людей, потом утопил. Авантюрист! Ой, что это делается? Еще две пробы. Тихо, 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 тихо! Сейчас я буду роптать! Тише! Он будет роптать! Наш праведник хочет роптать! Господи! Тебе мало, что ты всех утопил, только нас, избранников своих, оставил для размножения. Теперь ты до нас добираешься. Такого уговора не было! Не было! Помогите! Помогите мне встать! Помогите! Помогите! Другой на моем месте давно бы тебя проклял! Но я пока сдерживаюсь! Не доводи меня до этого! Не доводи! Помогите мне подняться! Сейчас я его прокляну! Сейчас он его проклянет, и все попадут ко мне в ад! Вместе с праведником! Будь ты! Вернись! Будь ты! Отвернись, я сказал. Ну! Будь ты про... Ну! Будь! Подождем еще немного. Ах, ты трус несчастный! Стоп! Потоп прекратить. Люди выдержали испытание. Ковчег проплавал 40 дней, 40 ночей. Вот что. В ресторане Арарат... На горе Арарат растет крупный... Тьфу. Так точно, господи! На горе Арарат все приготовить к банкету. Я лично буду приветствовать спасенное человечество. Действуй! Слушаюсь! Thank you.
поздравляю вас с прибытием и с началом новой жизни. Первый бокал я поднимаю за вас. Ну, за то, что осталось. Я пью за тебя, Ной, праведник и принципиальный старик, не дрогнувший перед трудностями и не потерявший веру в меня. Совершенно правильно. Я рад, что выбрал именно тебя. Не какого-нибудь другого мерзавца. Большое спасибо. Ваше путешествие закончено. И теперь вы все счастливые будете жить на этой земле. А че это вы еще молчите? Но мы пока еще несчастливые, Господи. Ты видишь Ноя, он пьяница и бездельник. И я несчастлива с ним уже 150 лет. Сделай так, чтобы я наконец стала счастливой, Господи. Нас выдали замуж не за того, кого мы любим, Господи. И нам плохо, Господи. Господи, сделай так, чтобы мы любили того, кого мы любим. Нам мало того, что мы остались живы. Мы хотим быть счастливыми, Господи! Господи, нас заставляют брать пример со старших. Ну, сделай их счастливыми, Господи! Да, чтобы мы могли брать с них пример. Сделай нас счастливыми! Господи, сделай нас счастливыми! Стойте, стойте! Стойте! Стойте, стойте! Перестаньте просить. Это же некрасиво, как вы просите. Я не могу вас сделать счастливыми. Почему? Не знаю как. Чего не могу, того не могу. А что могу, то могу. Ну а что же вы можете, Господи? Я могу. Землетрясение могу. Чуму, холеру, грипп. Эпидемию могу. Диабет, гипертонию, вот это сколько угодно. И это в моих силах. А счастливым я вас сделать не могу. Зачем оно вам, это счастье? Как зачем? Мы же люди, понимаете? Люди. Скажи, пожалуйста, тебя еще слушать, щенок. А меня надо слушать. Почему это тебя надо слушать? А вы что, Библии не читали?